Всем привет! Впереди выходные, а значит, самое время задуматься, как их лучше всего провести. Культурная программа «Самары» в нашем обзоре прямо сейчас. Этот год не так богат на путешествия, как хотелось бы. Исправляемся в эту пятницу и отправляемся в музыкальное путешествие в ДК «Заря». В программе концерта оперные и камерные произведения разных стран и эпох. На сцене лауреаты международных конкурсов, солисты Самарского академического театра оперы и балета, Самарской государственной филармонии. В субботу пройдет арт-баттл в Третьяковке на Фрунзе 102Б. В начале встречи два художника на глазах зрителей начнут свою художественную импровизацию. Пока они творят, посетителям покажут короткометражный фильм «Шепот. Серебряный век». А когда художники закончат картины, зрители выберут лучшую. В мир самарских граффити погружаемся на экскурсии в воскресенье. В процессе узнаем самарский андеграунд и знакомимся ближе с уличным искусством, открывая для себя новые имена. Совсем не старые клячи. В воскресенье в музее Ильдара Рязанова обсудит фильм «Старые клячи», который в свое время был принят не так тепло, как более ранние произведения автора, хотя и передает дух эпохи. В рамках международного органного фестиваля «Королевские аудиенции» в эту пятницу на сцене Самарской филармонии концерт «Музыка народов мира». Настоящий королевский ансамбль, величественный орган сольется с армянским дудуком, флейтой, волынкой и сопилкой. С 21 по 30 октября в Самаре проходит традиционный 20-й фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Чуть больше недели на сцене театра оперы и балета зрителей ждет настоящий праздник. Коктейли с премьер, любимой классики и балета из золотого советского фонда. 24 и 25 октября – «Бахчисарайский фонтан. История о любви и ревности». На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!